Добрый день, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости канала, на связи канал «Что в старой шкатулке». Всех приветствую, мира, добра, хорошего настроения, крепкого всем здоровья. Сегодня у нас новое видео и новый обзор интересных вещей. Мы сегодня снова пришли в гости к нашему уважаемому Дмитрию на пункт приема металла и макулатуры. И вот такие вот интересные вещи он нам сегодня любезно предоставил для видео. Давайте знакомиться с предметами поближе, посмотрим, что есть и что принесли люди на продажу. Такая вот маленькая барахолка. Целый такой пакет монет для начинающих коллекционеров. Смотрите, это наши украинские 5 копеек. Целый вот пакет, не знаю, где-то около килограмма их. Кому нужно, пишите, договоримся. Потом 10 грошей такие вот польские для начинающих коллекционеров. Тоже целый такой вот пакет. Люди сдали на металл, на утилизацию. И вот смотрите, сколько вот польских монет у нас. Это 1 грош. Целая вот такая вот коллекция для начинающих. И вот, вот это уже валюта. Это у нас принимают в банке. Это 10 польских злотых. Смотрите, интересно. 2012 год. Новые деньги. Ну, состояние неплохое, но такое не коллекционное. Можно сдать их, пойти в банк и поменять. У нас принимают в городе такие деньги. Так что Дмитрий может поменять. Так, что у нас здесь еще есть? Здесь 20 копеек советские, смотрите. Целый вот пакет люди сдали на утилизацию. Юбилейные рубли. Ну, я посмотрел, тут такого ничего интересного нету. Простые юбилейные рубли для начинающих. Следующая у нас классная такая вот чеканка. Смотрите. Была, да? Дмитрий подсказывает. Была. Не, ну что была? Она в хорошем состоянии. Такой вот олень, гордый олень. С такими вот большими рогами. Он гуляет по лесу и дышит свежим воздухом. Смотрите, деревья, олень и так далее. Это 83-й год. Есть вот, пожалуйста, вот такая вот чеканка. Но на них очень маленький спрос. Их мало кто собирает и коллекционирует. Ну вот такая вот чеканка вообще порадовала. Смотрите, какой сюжет. Богатырь, добрый молодец. Смотрите, рубит врагов. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Смотрите, вот такой вот богатырь, такой вот его верный боевой конь, он шашкой рубит врагов нашей земли. Смотрите, классная вообще чеканка, супер, супер, Дмитрий, это вообще бомбезная чеканочка. И здесь, смотрите, вот тоже такой вот алюминиевый лист. Видно, человек ее укреплял как-то, она висела в дома. Интересный такой сюжет, вообще бомбезная, очень красивая чеканка. Супер, супер, вообще повезло, Дмитрий, тебе такую вот чеканку иметь. Можешь смело забирать ее домой и вешать на стенку, и долгими вечерними вечерами уже любоваться такой вот интересной вещью. Так, и вот монеты. Так, 5 злотых, вот такие вот 5 злотых у нас есть. Что у нас еще есть, да? Так, 5 злотых, Дмитрий подносит вещи. Так, вот такие вот 5 злотых, тоже валюта. Тоже собирают их, коллекционируют. 10 рублей. Потом вот такие вот 20 евроцентов. Это Германия. 50 евроцентов. Это Нидерланды. Видите. И вот такие вот центы. 5 центов Германия. 2 цента. Ну, это уже не ходячка. Это Испания у нас. Это снова Германия. Видите, дубовые листья. Потом это что у нас? Тоже Германия. И 2 цента тоже вот таких. 5 центов тоже Германия. Советский ножик. Смотрите, какой порадовал советский ножик. Интересный. Рубль 20. Клеймо. Все есть. Интересная вещица. Конечно, такое уже состояние не очень. Но видите цену. Такая вот вилка. Без одного зуба. Штопор. Что главное, что есть штопор. И вот такой вот ножик. Тоже есть на них любители, коллекционируют. Но состояние не очень. Но есть то, что есть. Показываю то, что есть. Не... Так, и вот смотрите, какой интересный значок еще есть. 10-й цех. Это, наверное, нашего местного предприятия. 1972 и 1982 год. 10-й цех. Видно, открывали наш химзавод. И 10-й цех, наверное, открывали. И вот такой вот памятный знак вручали строителям, может быть, или руководителям, которые руководили в 10-м цехе. Завода уже давно нет, повторюсь. А вот знак, он сохранился. Интересный значок. Алюминиевый. Вот такая вот заколочка, булавочка. Следующая у нас монетка. Вот Дмитрий поднес. Это 5 раундов.
Африканская республика. Хорошая монета. Отличная монета. У меня в коллекции иностранных монет около 4 альбомов. Так что есть что показывать, мои дорогие, по монетам. Дим, открой двери, было темно. Так, ну и вот давайте посмотрим. Вот такой вот советский еще графин. Я прошу прощения, потому что темно. Дима пошел, открыл двери. Графин, смотрите, какой классный графин. Кто помнит сельские свадьбы? Наливали сюда огненной воды. Люди приходили, все село собиралось. И дегустировали, танцевали, пели. И так далее, до самого утра. Вот такой вот классный графин. Смотрите, такие гроздья винограды. Такие вот листья, такое вот зеленое стекло. Ну, это тоже интересная вещица. Классная, но это уже история. Вот сама история разговаривает с нами, потому что действительно такие вещи очень-очень мало, потому что стекло, оно бьется и выбрасывается и так далее. Вот сегодня вот такой вот классный графин, состояние неплохое, отличное. Кто вспомнил, кто ездил на сельские свадьбы, ставьте лайк. Так, ну и медаль, такая вот медаль у нас еще есть. Клубный чемпионат «Русский размер». 13-й год, смотрите, это у нас бильярд. Кто-то выбросил свою медаль. Как же так? Ну, да, жаль, конечно, что люди вот получили такую медаль в 13-м году и вот принесли сегодня ее на утилизацию и выбросили. Конечно, я бы не выбросил, она бы мне, конечно, занимала бы почетное место. Так, ну и вот такой вот большой самовар. Это вообще интересная вещица. Классный такой самовар, смотрите. Он электрический. И на дровах вот такой вот орнамент. Первый раз я вот такой вот самовар встречаю. Крышечка открывается. Здесь вот такой вот внутренний мир. Конечно же, есть утраты. Нету вот здесь ручек. С этой стороны у нас тоже. И вот тут немножко, видите, он не держит вот такой вот самовар. Ну, Дима нам для обзора вот, пожалуйста, предоставил вот такой самовар. Интересный самовар. Думаю, что это советский самовар. Кто собирает советские самовары, я думаю, что он оценит такую вот интересную находку, которую для нас подготовил Дмитрий. Ну, вот такое вот у нас коротенькое видео. Да, Дима, что у нас еще? Вот велосипеды у нас еще есть. Смотрите, сколько у Дмитрия велосипедов. Детские велосипеды. Сейчас лето, скоро лето. Дети будут кататься, гулять. Так что, кому нужно, обращайтесь. Потом есть у нас самокаты. У Дмитрия тоже он их ремонтирует. Он их собирает. У парня золотые руки. Ну, и очень много книг. Кто любит книги, смотрите, вот такая вот целая стопка книг. Дмитрий их не выбрасывает, их не утилизирует, оставляет, люди приходят, выбирают, читают и интересуются. И вот такой вот большой динозавр, смотрите, бумажный. Дима, где ты взял такого динозавра? Сам собрал. Сам собрал? Ну вообще, это супер. Смотрите, какой динозавр. Можно заходить сразу и просто бояться, что вот такой вот динозавр висит у Дмитрия на стене. Супер. Все, ребята, вот такое вот у нас коротенькое видео сегодня на канале «Что в старой шкатулке». Не судите строго. Понимаете, что это пункт металла приема макулатуры. Условия здесь не сильно такие хорошие. Что Дмитрий еще хотел показать? Ох, какой классный. Супер. Бронзовый, да, Дим? Кальян, да, получается? Может быть, подсвечником. Может быть, ну да, можно, в принципе, его сделать и под подсвечник, конечно, да, у кого люди есть, вот смотрите, даже можно и подсвечник сделать. Супер, бронзовый, очень тяжелый, классная вещица у нас сегодня. Классный сегодня обзор такой, спасибо тебе, Дмитрий, что ты нас пригласил сегодня к себе в гости. Все, ребята, будем заканчивать. Всем мира, добра, хорошего настроения, берегите себя, не болейте. Ждите новых видео и новых интересных обзоров на канале «Что в старой шкатулке». Пока, удачи, пока.